Все готовы. Я не пойму. Если бы тут оставались люди, они бы все отсюда вынесли. Может, они не дошли? Возможно. Пойдем искать. Элли, это синагога. Как ты определила? Во-первых, на стенах семисвечники. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цыц. Просто нахлынули воспоминания. Ох, черт. Задвижка с той стороны. Похоже, я нашла. Только как туда попасть? Ладно. Ну-ка. Да, черт возьми. Эй, не выражайся, мы в молитвенном доме. Тут есть бензин. О, зашибись. Ладно. Так о чем мы говорили? Да, так вот. Просто нахлынули воспоминания. Ты всегда постоянно искал у меня в синагогу. И сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Помогает? Меня это успокаивает. Помогает взглянуть на вещи иначе. Это способ справиться с горем. Выказать... уважение. Так меня учили.
Иди сюда. Иду следом. А если вот так? Что это? А, это Тора. Чего? Писание. Типа как еврейская Библия. А. Сестра бы плясала от радости. У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорелая. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. Так можно перебраться на тот балкон. Осторожней. Нормально. Держится. Легкотня. Давай, Дина. Ага. Пять, семь, семь, четыре. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, слюнки потекли. О, вкусно, наверное. Все еврейские праздники про еду. И про то, как нас хотели уничтожить, но не смогли. Я происхожу из неистребимого рода. Я надеюсь, вы все добрались. Так, ворота. Кто знает, сколько мы проищем Эбби и ее дружку. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Ты права.